Привет, ребята, меня зовут Максима. Сегодня мы сыграем в такую вот И как вы видите, вот как, насколько я уже большой. Так, сейчас это... Не надо тут. Состояние... Мем? Чё это мем? Давайте мем посмотрим. Ну что, мем? Мем был написан. Вот я мем. Смотри. Ну вот и мем. Что за бездня? Наверное, вот так. Скоро за ним вернуться. А что, если попробовать устроить засаду? Целых 4 дня группа оперативников провела в напряженном ожидании. Но убийцы не появились. Почему? Нафиг я играю, конечно. Ай, не играй, лошадь. Самый крутой. Оп. Удар хороший. Теперь когда смотрю. Да. Почти на первое местечко. Да, ребята, да. Игра, кстати, знаете почему-нибудь? Да, что тут легко играть. Нажимать надо. Просто нажимать. Все на кассе. Все лучше и лучше. Все лучше и лучше сможете накатить. Да, Яндекс Маркет, новогодняя распродажа. Яндекс Станция, Лайт, Алиса. Четвертая. Всё. Ладно, вот теперь мы самые крутые. Все. Так. Ну еще и качки. Что мне тебе скажут?
не проблема. Подобр. Теперь смотрим на автоклики. За продуктами это пытка, честно. Че? Я стала заказывать все в приложении Яндекс.Еда. Лежа на диване, я закидываю продукты в корзину и жду, пока курьер все привезет. Леша. Доставка чаще всего. Какой еще нафиг Леша? А раньше я тратила на поход в магазин по 3 часа. Еще и пакеты тащила. Если вы все еще не решили заказать, то вам помогу. Ребята, на рекламу. Вы просто можете, когда реклама идут. Вторая игра, только уже другая. Там уже невозможно настолько хорошо прокачаться, как здесь за одну секунду там. Ну, а здесь... Наверное, плохо. Что за игра там? Чемпион по боксу. Ну, это